Вопрос о статусе Нагорного Карабаха сейчас обсуждать нельзя, лучше отодвинуть на будущее, заявил замглавы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он добавил, что в свое время потратил большое количество времени на обсуждение этого вопроса с коллегами по диалогу. Совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно, подчеркнул Медведев. Он также указал на то, что позиции сторон конфликта в этом вопросе очень сильно различаются. Даже внутри Армении идут дискуссии. А я напомню, что Армения ведь не признавала независимость Карабаха. Об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период, считает зампредседателя Совета Безопасности. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.